неимоверные усилия, психологические, физические. Just you and road and you running. Борьба с собой и природой. Спорт как целая жизнь. Сложный природный ландшафт. Ты можешь бежать по полю, по грязи, какие-то буераки можешь преодолевать, броды, реки, ручьи. 1200 участников из 15 стран планеты и 100 городов России. Golden Ring Ultra Trail. Для тех, кто жаждал ярких впечатлений, новых эмоций и настоящей свободы движения, 2 августа 2015 года состоялся уникальный трейл-забег в самом историческом сердце России – Суздале. Здесь можно и здорово провести время с семьей, здесь красивая природа, здесь много архитектурных памятников, хорошие люди, добрые, отзывчивые. И хотелось показать миру, что в России есть не только Москва и Санкт-Петербург, а что есть такие в России города, где еще можно хорошо и пробежаться, и провести отличное время с друзьями. Накануне гонки, 1 августа, на территории отеля «Хелиопарк Суздаль» состоялись экспо совместно с ведущими производителями трейловой экипировки и брифинг для участников, где им рассказали о всех тонкостях трассы и дистанций. В году знакомые тренеры мне сообщили новость приятную, что на нашей родной земле будут проводиться такие соревнования, где можно пробежать в хорошей компании и плюс по большому кругу на природе. Вот. То есть помимо того, что испытать себя, еще и получить удовольствие. Golden Ring Ultra Trail в первый же год своего существования стал одним из самых массовых и эмоциональных трейл-стартов в России. It's nice to sort of see how far you can go and always try to go a little bit faster, a little bit further, run a little bit stronger, you know, and sort of switch it up a little bit. Все дистанции Golden Ring Ultra Trail организовали с учетом различных уровней подготовки участников. Для самых маленьких гостей забега состоялся мини-трейл. Самостоятельно либо с родителями дети пробежали 1 километр по красивому полю. На финише каждого ребенка ждали сладости.
Новички и любители могли попробовать свои силы в городском пробеге 10 километров. На трассах 30 и 50 километров состязались атлеты уже с богатым опытом за плечами. Я всегда, когда бегаю, обычно бегаю с музыкой, а тут хотелось просто слушать ветер, шум ветра, конечно, пейзажи, и это просто потрясающее место. Я думаю, что это замечательно, что придумали именно организовывать это здесь. За свою карьеру бежала много экстремальных дистанций, но это, наверное, одна из самых сложных. Болото, трава чуть ли не с меня ростом, крапива, бурьян. Падала несколько раз. А профессионалы и истинные экстремалы приняли участие в ультрамарафоне на 100 километров. Je sais que courir 100 km pour certaines personnes c'est vraiment invraisemblable. Il y a même beaucoup de gens qui pensent que c'est pas possible ou que c'est une activité purement folle. Il faut bien comprendre que c'est pas seulement le sport, c'est vraiment un mode de vie. Courir 100 km, c'est passer toute la journée dans la nature, c'est vraiment se retrouver seul avec soi-même, avec ses émotions, c'est surmonter ses propres limites, hein, c'est apprendre à se dépasser soi-même. Если мы понимаем, что в марафонском беге приходится потерпеть после 30-35 километра, то тут приходится терпеть в течение 5-6 часов, проверять себя на крепость. Не обошлось и без драм. Некоторым атлетам из-за травм или по другим причинам пришлось сойти с дистанции, и, конечно же, они об этом очень жалели. Из 86 спортсменов, начавших забег на 100 километров, до финиша добрались 54. Начали по асфальту, потом мягкий грунт, потом жесткий грунт. И соперники очень быстро начали. Естественно, к первому кругу уже было достаточно тяжело. Справился с соперниками, потом осталось только бороться с собой. И так вот и получилось победить. Никогда не бегала 100 километров. Я бегала 92, но здесь сотня, а 92 я бежала в Сахаре, это было по пескам, с рюкзаком. Здесь совершенно другая природа, другой ландшафт, и я знала, что здесь будет не легче. Настраивалась, ехала действительно за победой. Сложность этой трассы нас отнесла к категории экстрим в рейтингах Российской ассоциации Skyrunning. Все участники этой гонки будут иметь возможность участвовать в рейтинге Russian Skyrunning Association, получить дополнительные очки ВИТРА, так как мы являемся членами International Trail Running Association. Также финишеры на 100 километров получают 2 очка UTMB, которые позволяют им квалифицироваться в этой известной всемирной гонке.
атмосфера в стартово-финишном городке не остывала ни на минуту. Впечатления от спортивных достижений дополнились и романтическими событиями. Я хочу, чтобы ты стал моей женой. Радость получения медали финишера – это одна из самых прекрасных традиций. На финише каждого атлета встречали кузнецы, которые выжигали на медали покоренную им дистанцию. Не приходилось в трейлеровые пробеги в них участвовать. И вот сегодня я попробовал это. Пробежал я с результатом 4 часа 49 минут. Выиграл возрастную группу 60 и старше. Мне 67 лет. Я хочу сказать, что я еще раз приеду сюда, если меня пригласят. Бег – это реально все, то есть это эмоции, это энергия, это то, что помогает в работе, в жизни, в бизнесе, а это то, что не хватает каждому жителю мегаполиса. Ребята, подтягивайтесь, подтягивайтесь в спорт, подтягивайтесь в бег, здесь очень круто. Я очень надеюсь, что у этой гонки большое будущее. На самом деле, такой легкий мандраж и… Действительно, счастье от того, что более 1000 человек дышит с тобой одной идеей, что им нравится эта затея, что они поддерживают тебя. И вот это вот единение еще больше вот наполняет силами и желанием делать что-то дальше. Я думаю, что данные соревнования привлекут внимание не только в России, да, но и со всего мира. It's a great way to kind of take in my surroundings, to sort of meet other people, see what's going on. Атлеты, приглашаем вас принять участие в гонке Golden Ring Ultra Trail в июле 2016 года. Мы гарантируем вам массу позитивных эмоций, отличного настроения и, главное, стать частью нечто большего. Ультра Раннинг – это не просто стиль жизни, это ее философия. Присоединяйтесь, мы рады каждому.
Отдельная благодарность отелю «Суздаль Хелиопарк» за помощь в проведении мероприятия и партнеру компании KLM Art в создании фильма.